Очень вкусная острая закуска — салат из баклажанов, которую можно подавать к блюдам из мяса или рыбы. Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, получаются особенно вкусными. Попробуйте, не пожалеете. Очень вкусная закуска — салат хе из баклажанов, острое и ароматное. Это блюдо отлично подходит на каждый день и вполне уместно на праздничном столе. Мои гости такому блюду всегда рады. А приготовить хе из баклажанов очень просто. Я все подробно написал в этом рецепте, так что готовьте и наслаждайтесь результатом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Баклажаны нарезаем тонкими полосками, засыпаем солью, перемешиваем и оставляем на несколько часов, можно оставить на всю ночь в холодильнике. Баклажаны пустят сок, отжимаем его. Затем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле обжариваем баклажаны небольшими порциями. Зелень моем и мелко нарезаем, добавляем измельченный чеснок и щепотку соли, затем нужно помять, пусть пустит сок. Вкуснее тем, кто подпишется. Перец, лук и морковь чистим и нарезаем тонкой соломкой, добавляем измельченную зелень, кунжут, измельченный кориандр, острый и черный перец, мед. Следом нужен добавить баклажаны и уксус, уксус добавляйте по вкусу. Кому-то нравится больше кислоты, кому-то поменьше, все вместе нужно хорошо перемешать и поставить на сутки в холодильник. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Баклажан, 4 штуки, небольших. Перец болгарский, 2 штуки, лучше разного цвета. Морковь, 1 штука, 1 большая или 2 маленьких. Лук репчатый, 1 штука. Чеснок, 3 зубчика. Винный или яблочный уксус, 2-3 столовые ложек, по вкусу, можно больше. Мед, 1 чайная ложка. Перец черный молотый, 2 щепотки. Перец красный острый молотый, 2 щепотки. Кориандр, 1-2 чайных ложек. Семена. Семена кунжута, 1-2 чайных ложек. Растительное масло, 3 столовые ложки. Соль, 1 столовая ложка. Зелень укропа, петрушки, 20 грамм. Количество порций, 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем добра, заходите еще.